Всем привет! Давно мы с вами что-то не готовили. Сегодня приготовим рецепт из картофеля. Называть вообще не буду никак. Коверкать это название. Разные страны готовят по-разному. Скажу так, два ингредиента. Вот реально два, ребят. Не каждому это понравится. Не полезный, не ПП. Рецепт из картофеля. Пишите, вы готовили, знали о таком. Я узнала недавно. Спасибо ТикТоку. Поделились, девчонки, я приготовила, и с тех пор, когда мне надо быстренько что-то перекусить, я готовлю так. Конечно же, добавок, масса можно добавить что-то, но когда у вас катастрофически не хватает времени, да мало ли какая ситуация. В общем-то, такое блюдо понравится не каждому, делаю на этом акцент. Все, ребят, готовим. Понадобится картофель и соль. И все, больше ничего. Ну, подсолнечное масло, конечно же, жарить будем на подсолнечном масле. Но основные, я считаю, это два ингредиента. Все на блендере. Сейчас будем перебивать картофель. Мне так само быстрее. Возможно, был вариант, конечно, натереть. Но я не готовлю с натертой картошки. Пишите, как вы готовите. Очень, конечно, это вкусно. Кто любит картофель, это вообще класс, ребят, тут. Не хочется ничего готовить. Ну, мало ли, может, что-то не оказалось у вас дома, допустим, да? Только картошка. Разные бывают ситуации в жизни. Все, закрываю. И как раз вот этим блендером, у меня есть распаковка этого блендера. В том году я, по-моему, покупала его. Вот такая вот фирма. Там есть у меня вон распаковка. Мне спрашивали, как он вообще вам... Я не знаю, обычный блендер, ребят, справляется со своим, то есть действием. Давайте вам буду взбивать, видите. Ну, конечно, единственная вот проблема, здесь даже ножки есть, все нормально, то есть, что картофель все равно вот так необходимо, допустим, поправлять, что вверх оно вот так, знаете, все. Это ж ватт, это мощность. Сколько? 800 ватт. Два режима здесь. И вот максимально быстро все получается. Картофель у нас почти готов. Очень быстро, конечно, если есть блендер. Именно вот этот рецепт готовлю на блендере. Вот это все. На терке, наверное, можно, ребят, но... Я не пробовала, я скажу вам честно. Именно вот этот вот рецепт только так готовлю. Задействую блендер. Я очень люблю картофель. Практически всем мне нравится с него блюдо, так скажем. Теперь за вторым разом, то есть вот этот тоже партию картофеля. Все сюда. Единственное, что чаша, видите, как бы кому-то маловато. Естественно, вы должны рассчитывать, сколько чего готовите для своей семьи. Так, ребят, все нарезала, а нож не вставила. Ну, это все вот итоги того, что снимаешь. Так, сейчас все высыплю. Поговорилась, как говорится. Нравится мне также есть картофельные блины. Тоже вкусно. Никак я не приготовлю. Там молоко надо. Как-то приготовим. Что хорошо, что есть с вареным картофелем, ну, отваренный картофель, вареный, как хотите там говорите, называйте. А есть с сырым тоже. Вкусно получается. Там грибную начинку, допустим, сделали. Не влезло все чуть-чуть. Оставим и сейчас добавим потом. Классно, вот этот турборежим вообще обалденный. Все, быстренько, максимально все быстро. Конечно же, если бы добавить сюда лук, но ингредиентов всего основных это два у нас сегодня. Сейчас будем соль сюда выкладывать. Вот такую консистенцию в итоге мы получаем, ребят. Все, даже перец не буду выкладывать сегодня, только соль. По вкусу, естественно. Кому-то понравится. Покажется блюдо странное. Ну, ребят, у каждого свои вкусы.
Возможно, вы сделаете, вам понравится, мало ли. Вы даже и подумать не могли, что вам понравится. На разогретую сковородку выкладываем. Это одно из главных условий. Разогрели сковородку и не сильно толстая, ребят. Все будем пережаривать. Огонь средний будем делать. Все, с двух сторон будем пережаривать. Сейчас немножко подзолотится одна сторона у нас. Все как обычно, ребят. И все будем переворачивать. Все готовим. И когда зарумянились, то есть видите, уже такая у нас корочка здесь организовалась. Все переворачиваем. Для этого блюда необходима, конечно же, хорошая сковородка, проверенная ваша, так скажем. Видите, сначала вроде картофель потемнел, да, у нас. Ну, это свойства картофеля, да, такие у него. И при жарке, вы видите, какие беленькие, просто превосходные, все проготавливается. Ну, сильно толстыми не делаю. Конечно же, будет классно к этому блюду сметана. Ребят, сметана или соус сметана плюс чеснок и укроп, то, что любите. Все готово, девчонки. По факту, с этой порции всего две сковородки. И то я распределяла так, одни у меня вышли потоньше. Вот видите, вообще тонюсенькие. А вот эти уже немножко потолще. Ну, где потолще, где нет. То есть, вот видите, эти чуть потолще. Уже два съела. Немного, то есть. Я не готовлю их впрок, есть холодными. Нет, ребят, вот так сделал. Все, покушал со сметаной. И уже ты не хочешь такого блюда, как бы ничего не надо готовить, заморачиваться. Картошка вся проготавливается за это время. Вообще, ну просто. Для меня это находка. Блюдо номер один. Напишите, знали о таком? Как вообще в ваших странах называется такое блюдо? Вообще я нашла его как белорусские драники, было заявлено. Не знаю, ребят. Готовлю сметану, пока теплая. И так дождалась, чтобы вам показать их. Получается вкусно. Кто любит картофель, если что, попробуйте. Пишите ваши отзывы. Все, всем хорошего настроения. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Всем пока.